Уже несколько лет в Даугавпилсе существует добрая традиция проводить конкурс рождественского оформления, в котором может принять участие любой житель и организация с изобретательностью, создающая в нашем городе праздничное настроение. В этом году в оформлении призывают обыграть тему сказочного Рождества. Подача заявок уже началась и продлится до 29 декабря. Праздничное оформление можно создать для окон, витрин, фасадов, прилегающих территорий. Заявки будут оцениваться в нескольких группах: учебные заведения, поставщики услуг, отели, рестораны, кафе, магазины. Еще одна группа – это промышленные предприятия. Также принимаются заявки и от частных лиц. На данный момент активнее всего подают заявки городские учебные учреждения. Но я призываю делать это и всех остальных – предприятия, торговые центры, магазины, кафе, а также частных лиц. Бланк заявки можно найти на сайте Думы Даугавпилс.лв. Подавать заявку не обязательно должен сам автор оформления. Это может сделать и гость нашего города или, например, сосед. К участникам есть большая просьба не снимать декоры до 15 января, так как жюри будет их оценивать уже после Нового года. Чтобы стать участником конкурса, необходимо оставить заполненный бланк в информационном бюро Даугавпилсской городской думы, либо в департаменте городского планирования и строительства, или же прислать его по электронной почте. Победители конкурса ожидают призы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.